الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الضائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي сёстры Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии, вопросам исламских убеждений. И на прошлом занятии мы говорили о важности и значимости единобожия, монотеизма в исламском учении, о положении и месте монотеизма в исламском учении, в учении священного Корана. И мы говорили о том, что единобожие является центральным вопросом, важнейшим вопросом. И единобожие является важнейшим и центральным вопросом не только в исламском учении, но и во всех божественных религиях, во всех божественных откровениях, не только в Священном Коране. И говоря об этом, мы затронули вопрос о том, что для понимания актуальности этого вопроса на сегодняшний день нам необходимо коснуться и разобрать разновидности единобожия. Дело в том, что когда не спосылались откровения, человеческого, человеческое общество было погружено в многобожие, выдало поклонничество. И на тот момент значимость этого вопроса в Откровении была намного более ясным и понятным. Но на сегодняшний день могут быть вопросы, могут возникнуть вопросы, в частности, для людей, которые окружены и живут в мусульманском обществе или же живут в христианском обществе для них может быть вопросом, какое же значимое положение занимает единобожие, вопрос единобожия на сегодняшний день. Но для того, чтобы этот вопрос разобрать, нам прежде всего необходимо рассмотреть разновидности единобожия. Итак, основные разновидности единобожия заключаются в следующем. Во-первых, это единобожие самости. Единобожие в сути Бога. Это то самое единобожие, которое в первую очередь приходит на ум, когда мы говорим о монотеизме, о единстве Бога. Единобожие в самости или же таухиды Далати означает, что Бог един, нету второго Бога. Что значит Бог? Бог это тот, кто не был создан, не имеет причины. Он самодостаточен в своем бытии. То есть Бог — это в первую очередь его самость, это тот, кто самодостаточен в своем бытии и не нуждается ни в чем, в том числе в причине бытия, в причине своего существования. Таким образом, говоря о том, что он един, и подразумевая под этим единобожие самости, мы говорим о том, что нету второго, и не только нету второго, но и не может быть, не может быть второго, кто самодостаточен, кто не нуждается в причине, кто не имеет причины, и не только не имеет, но и не нуждается ни в чем, не только в причине бытия, но и ни в чем абсолютно. Это единобожие в самости. Нету второго Бога. Нету второго не нуждающегося и самодостаточного. Второй разновидностью единобожия является единобожие в созидательстве. То есть это означает, что только Он, только Он, единый Бог, созидает. Нету второго Созидателя нету кого-либо еще, кто занимался бы созидательством, кто создавал бы что-либо. Это второй вид единобожия. Третий вид единобожия заключается в единобожии в господстве. То есть Бог, единый Бог, Он единственный кто управляет мирозданием, кто является инженером и кто проектирует развитие не только человеческого общества, не только человеческой истории, но и всего мироздания, всего, всей Вселенной. То есть он единственный, кто влияет, кто имеет Реальное, настоящее влияние на мироздание, на развитие, изменения, которые происходят в мироздании. Он единственный, кто проектирует. Он единственный, кто знает и контролирует начало и конец всего. В том числе человеческой жизни, в том числе человеческой истории. Он единственный, кто проектирует этот процесс. И этот процесс, в частности, если говорить о человеческой истории, полностью подконтролен Богу и полностью протекает по плану, который был составлен им. Это смысл единобожия в господстве. То есть он не только Бог единый, но и но и Господь единый. Он един, единственный господин. Это третий вид единобожия. Четвертый вид единобожия называется единобожим в атрибутах. Что это означает? Это означает, что атрибуты Бога, имена Бога, качества, особенности Бога, то, что мы можем приписать Богу, ни в коем случае в реальной действительности не отдельно от Него самого, от Его самости. То есть, то, что мы Ему приписываем, например, знание или могущество, в реальной действительности знание и могущество есть Он Сам. Справедливость есть Он Сам. Жизнь есть он сам. Так почему же мы иначе называем его самого, его атрибуты? Потому что различия имеются только в наших умах, в нашем понимании. То есть смысл этих слов, этих понятий, которые мы приписываем Богу, разный. У этих атрибутов разный смысл. И, как следствие, мы их по-разному понимаем, но в реальной действительности они едины. Все эти атрибуты, все эти качества, все эти особенности едины с его самостью, с его сущностью. Это четвертое. четвертый вид, четвертая разновидность единобожия. И последний вид единобожия, на который мы хотели бы указать, это единобожие в поклонении. То есть он единственный, он единственный, кто достоин поклонения, кто на самом деле достоин поклонения. И даже более того, он единственный, кому все остальные поклоняются. Он единственный, кому реально, экзистенционально люди и кто-либо, и все мироздание, начиная от неорганических веществ, заканчивая органическими, все без исключения поклоняется ему, преклоняется перед ним, перед ним единым и больше не перед кем. Конечно, здесь может возникнуть вопрос. Необходимо подчеркнуть, что единобожие в поклонении прежде всего означает то, что он единственный достойный поклонения. Но мы говорим немножко большее. Мы говорим о том, что все поклоняется Ему. Почему? С той точки зрения мы это утверждаем, что человек изначально склонен к тому, чтобы преклоняться перед достоинством, перед возвышенными качествами, перед достоинствами, перед красотой, если хотите. И Преклоняясь перед чем-либо, человек на самом деле приписывает этой вещи или этому существу качество, которое присуще, и красоту, которая присуща, достоинство, которое присуще только единому Богу. А это означает, что он поклоняется только единому Богу, но порой ошибается, когда приписывает истукану и своим собственным творением, творением своих собственных рук, которые он воспроизводит из камней или же из других, из других вещей, ошибается в том, что приписывает этому, этой вещи, приписывает качество Бога, достоинство Бога. Таким образом, последний вид единобожия – это единобожие в поклонении. Он единственный, кому человек обязан поклоняться. Никому больше человек не обязан поклоняться. И не только не обязан, но и не имеет права. Он единственный, кто заслуживает поклонения. И прежде чем приступить к доказательствам этих, всех этих видов Единобожие необходимо... Во-первых, заметить, что все эти виды единобожия, они, по сути, в своем доказательстве они не отличаются друг от друга. То есть, доказательства единобожия в самости являются также доказательством единобожия в господстве или в Созидательстве, или в поклонении. И наоборот, то, что может быть доказательством единобожия в поклонении, также может быть доказательством единобожия в господстве или в самости. Это, во-первых, что необходимо заметить перед тем, как приступить нам к доказательствам единобожия, к доводам единобожия. И второе, что также хотелось бы заметить, дело в том, что единобожие в самости, единобожие в самости во многих обществах не подвергается никакому сомнению. Например, мусульманском обществе. Мусульманское общество приняло, то есть те народы, которые приняли ислам, они приняли эту идею, идею учения о единобожии в самости, и как следствие должны были бы принять все остальные виды единобожия. Но здесь возникли небольшие проблемы. Порой люди не понимают, что такое единобожие в господстве. Иногда люди не совсем обращают внимание на то, что Бог един, что Он является не только единым в самости, но и является единственным Творцом, единственным Созидателем, единственным Господом, единственным Управляющим, единственным, в чьих руках находятся все дела. Все абсолютно находится в Его руках. Мы, будучи убежденными в том, что нет Бога, то есть нету самодостаточного, кроме как единого Бога, кроме как единого самодостаточного, единого, который не нуждается в причине. Будучи убежденными в этом, мы порой забываем о том, что Он также является единственным Господом, единственным, в чьих руках находятся все наши дела, единственным, кто управляет мирозданием, в том числе и нашей жизнью нашими успехами и нашими неудачами. Мы забываем о том, что Он единственный, кто создает. Мы забываем о том, что Он единственный, перед кем мы должны преклоняться. Он единственный, кто заслуживает поклонения. И забывая об этом, мы нарушаем единобожие и совершаем непоправимые для себя ошибки. Так как, в частности, если говорить то поклонение, то поклонение, оно неизбежно в нашей жизни. Даже те люди, которые утверждают, что они не признают ни одного Бога, даже они перед чем-то преклоняются своей жизни. Неважно перед чем, перед властью, перед имуществом, перед деньгами, перед знаниями, перед самим собой, может, влюблены в самого себя и поклоняются самому себе. Кто-то всю свою жизнь, все свое внимание, все свои мысли посвящает своему телу, своему телесной, своей телесной красоте, телесной красоте своего тела. Таким образом, он преклоняется перед чем-то. Таким образом, вопрос единобожия крайне важен, и нам необходимо рассмотреть все эти разновидности, детально разобрать их и привести соответствующие доказательства – на этом все. Вассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.